Так, здравствуйте. Наверное, многие уже купили реноватор или электростамеска, как называется этот инструмент, и работают им. Инструмент действительно интересный и для малых форм, то есть маленькие дырочки, небольшие какие-то, значит, участки, которые нужно полировать, действительно удобная и незаменимая. Цена, по которой я ее покупал, была тоже очень удивительная. То есть это меньше 3000 рублей, весь этот набор со всеми составляющими. Но, когда я начал работать, вот эти все прилагающиеся к нему пилочки и так далее, конечно, начали выходить из строя. То есть они хоть и железные, но все равно имеют свой срок. Сразу кончились пилочки по железу. Я вам скажу, что это моментально. Ну, пилочки по дереву еще как-то работают. Но когда я попытался пойти и пополнить свой запас, я был очень сильно удивлен. Вот одна такая пилочка в оби стоит около 500 рублей. Около 500 рублей. Чуть больше какой-то, значит, инструмент более интересный, какая-то прибамбаса, стоит еще дороже. Но первым у меня вышла из строя вот эта деталь. Эта деталь — держатель шкурки, которая у нас идет на всю, на обработку разных поверхностей. Разные шкурки, разные поверхности. Каким-то образом умудрились эту деталь сделать пластиковую. И все у нее края, вот глядите, очень быстро расплавились. Мне продавец в магазине сказал, что ну нужно было ставить на единичку, нужно следить, нужно еще что-то там такое. Но, дорогие, что же это за инструмент, за которым нужно все время следить, дрожать и думать, что с ним случится и какие у него будут проблемы. Поэтому эта вещь вылетела быстро. Держать она перестала, шкурка на ней практически не держится. И в попытке купить эту вещь я столкнулся с тем, что она-то стоит 1000 рублей. А еще даже дороже. И интересно так, что вот если вы купили Bosch, а не какой-то другой фирмы, то к нему подойдут только те добавки, которые сам Bosch и делает. Поэтому я вам рекомендую, не сильно упирайтесь на этот Bosch, потому что это такой же китаец, как и все. Вышел он у меня из строя через 2-3 недели, мне пришлось его ремонтировать. Но кроме того, вот эти проблемы. Вот эти проблемы. Ладно, мне его отремонтировали. Но это решать по такой цене я, конечно, не способен. И что вы думаете, как всегда, голь на выдумке хитра? Я нашел способ, как заменить эту штуку. Значит, способ достаточно простой. Есть вот такие, как вы знаете, круги для шлифовки, которые продаются для того, чтобы их дрелью использовать. У него здесь специальный болт у этого круга, который вставляется, заворачивается, прижимается и зажимается в дрель. Я поступил по-другому. Я взял такой круг, взял обычный болт, шестерку, небольшого диаметра, вставил в этот круг и прикрутил к реноватору. Как говорится, легким движением руки, и ключом, который у нас имеется, я этот круг прикрутил к реноватору.
так как он внизу мягкий, то вот те штифки, которые держат инструмент реноваторский, они очень хорошо так закрепляются. Но я думаю, если тот, кто хочет, тот может после по этим нажатиям чуть-чуть просверлить и сделать, значит, дырочки, чтобы углублялось уже как надо. Но поскольку здесь достаточно большая площадь и хорошо зажимается ключом, мне показалось, это не нужно, потому что я уже поработал, попробовал, и все хорошо идет. Ну, вот такой круг. Приделываем шкурку. И, пожалуйста. Он мне только заменил вот эту деталь. Но и сделал еще лучше, потому что вибрация дает больший радиус, и радиус вибрации больше на конце и меньше в середине. Поэтому очень хорошо регулировать, там же болт, это стало выпуклое, и очень хорошо регулировать, какой частью вы полируете, и... какая скорость при этом должна быть. Ну, у меня старая маленечко шкурка, вот я тут применил. Поэтому не характерно она сваливается. Вот шкурка поновее. Она держится хорошо. И шлифует прекрасно. Ну, вот такая замена маленькая, но... существенная вещь. Если захотите себе сделать, попробуйте. Этот круг стоит не 1000 рублей, а стоит 250 со всеми припандбасами. Спасибо за внимание.